Septintąjį sezoną BetSafe LKL čempionate startuojantis Pasvalio pieno žvaigždžių klubas šiemet kupinas ambicijų pagerinti praėjusio sezono rezultatus ir pamėginti peržengti užburtą ketvirtfinalio slenkstį. Vasarą klubas sustiprino net kelias pozicijas, o vidurio puolėjo rolę numatė Rusijos grandams ir rinktinį atstovavusiam Алексею Zhukanenkai. На самом деле не баскетбол пришел в мою жизнь первым, а пришел футбол. Я где-то с 6 лет до 13, да, я занимался футболом. Но так как моя мама и папа играли в баскетбол, тут уже сказались гены. И когда я уже на одном футбольном поле бежал со своими сверстниками, ребятами и понимал, что я с каждым годом выше и выше, они все остаются такого же роста. Поэтому я понял, что надо заняться, наверное, баскетболом. Пришел, мне понравилось, взял мячик в руки и понял, что это действительно мое. В 15 лет приехал Сергей Александрович Зазулин, есть такой тренер российский. Он меня забрал с Алматы в Россию, в Уникс Казань. И в Униксе началась очень, уже, так сказать, моя серьезная профессия баскетболиста. Kazakstane gimęs ir augęs krepšininkas po puikių sezonų Rusijoje sudomino šio šalies rinktinės trenerius. Nors Aleksejus savo gimtinę visada vadina Kazakstaną, tuometinė prasta situacija šios valstybės krepšinio federacijoje bei noras dirbti su Deividu Blatu pastumėjo krepšininką priimti Rusijos kvietimą. Дэвид Блат был тренер. И вот он... Я тогда играл в Динамо. В Москве, не в Химках, а в Динамо. И... Он увидел, что я показываю хороший результат, пригласил меня в сборную, я сразу в нее попал. И для меня это был, ну, самый большой шаг, наверное, в моей карьере, попасть в национальную сборную, тем более к такому специалисту. Я уже много лет уже живу в России, да. Понятно, что моя родина – это Казахстан, но так получились обстоятельства, что... На то время у сборной Казахстана были очень большие проблемы и в плане баскетбола, но всего, организации, всего. И на тот момент люди даже сами не понимали, как предложить игрокам, ну, их пригласить в сборную. Lietuviško krepšinio filosofija krepšininkui ne tik priimtina, bet ir puikiai žinoma. Vidurio puolėjas net kelis sezonus buvo Antano Sireikos ir Rimo Kurtinaičio auklėtinis. Литва – баскетбольная страна №1, и я всегда, можно сказать, пример приводить, как вообще в целом происходит здесь отношение к баскетболу. Могу сказать, что рад тому, что опять у меня будет тренер-литовец, потому что в Униксе я работал 2 года с Сирейкой Антанасом. Потом в Химках я когда был, я с Римасом Куртинайтисом работал. И я могу сказать, что это мне только пошло на пользу. Мне очень понравилось, как мы общались и как, ну, сама работа происходила, атмосфера. То есть мне нравилась философия. Kartu su dabartiniu Vilniaus Lietuvos ryto strategu prieš 5 metus Zhukanenka į viršų kėlė Europos taurę. Когда Римас Куртинайтис предложил, я пришел в клуб, на самом деле не думал, что так буду иметь, да, там много игрового времени, потому что на тот момент был локаут в НБА и был Тимофей Мозгов в команде. Но Римас сделал так, что я имел очень нормальное игрового времени. И уже потом мы, это получается, на протяжении этого времени у нас организовалась очень хорошая команда, коллектив. И финал проходил именно в Москве, именно в Химках. И мы играли против Валенсии. И для Химок это была очень историческая победа. И выиграли Еврокубок. Pasvalyje rusas sustiprino vidurio puolėjų grandį ir aikštelėje laiką dalinasi su geru draugu Nikita Balašovu, kuris taip pat prisidėjo prie to, kad 31 2,10 m aukštaūgis papildytų komandą. Тоже приехал, как ни странно, думал, нужно будет какое-то время, да, там, для того, чтобы там с ребятами сдружиться или, да, там, атмосферу. Ну, почему-то у меня это получилось очень быстро, и на данный момент... Честно сказать, у меня такое ощущение, как будто я не 1-й год, а уже 2-й здесь. Но на данный момент я смотрю, у нас боеспособный коллектив, хороший собрался. Самое главное, чтобы все слышали, что хочет тренер, его философию понимать. И тогда, я думаю, он к нам придет результат. Jeigu mėgsti krepšinį, tikrai turėtum sekti LKL Facebook'e.